Одна женщина вышла днем погулять, но увидела такую сцену на обочине дороги. Бедный золотистый ретривер умирал в траве, не крича и не двигаясь. Когда добрая женщина приблизилась, золотистый ретривер слегка приподнял голову и взглянул на нее. Только тогда она узнала, что золотистый ретривер все еще жив. Добрая женщина поспешно связалась с машиной и отправила собаку в ближайшую больницу для домашних животных. В результате, когда врач осмотрел собаку, он сказал нечто, что было очень шокирующим. Предыдущая повязка на ноге этой собаки была сделана здешним врачом. Врач сказал, что владелец этой собаки привел собаку сюда на прием к врачу и выслушал мнение ее бывшего владельца. Из-за пустяка собака, по-видимому, пролила воду, когда пила воду. Владелец разозлился и начал сильно пинать собаку. В результате нижняя часть его лапы стала тяжелее, и он был полностью парализован. Бывший владелец привез собаку сюда главным образом потому, что ему показалось, что собака хорошо выглядит, и, возможно, он смог бы продать ее за хорошую цену. В результате врач показал владельцу рентгеновские снимки и сказал, что он парализован, и многие раны были инфицированы. Поговорив о лечении, план и стоимость, владелец забрал собаку, даже не сняв пленку. Врач подумал, что это для владельца было слишком дорого, и он повез собаку на лечение в другую больницу, но он не ожидал, что ее выбросят прямо на обочину дороги. В конце концов, добрая женщина сказала, что изначально она надеялась, что до тех пор, пока золотистый ретривер сможет выжить, даже если он будет парализован, она будет готова усыновить его и дать ему дом. Но к большому сожалению собака не выдержала травм и ушла из жизни. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и прожимайте колокольчик, чтоб не пропустить интересную историю.